посмотрим, что вчера получилось. Целый день я вставлял палубку, бетонировал, армировал. Тут получилось 3 закладных. Глубина от земли 90, и здесь она вылазит по 60. То есть там такая достаточно массивная конструкция. Ну, вся проармирована, конечно. Здесь тоже все проармировал, соединил все между собой. Вот что получается у нас. Ну, здесь такие же стаканы. Они мне 40 на 40. А брус 50 на 50. Соответственно, низ я буду выпиливать чуть-чуть. И он будет садиться вот так, чик, в столбы. 4 столба слева, 4 справа. Дальше на них с этой стороны, с этой стороны 2 столба. По 2 ложатся столба. Ну, буду выпиливать. Здесь наклон будет. Здесь у меня высота 2,70. Здесь буду где-то 2,30-2,40 делать. Бордюры тоже вон докупил. Здесь что будет? Здесь будут бордюры до конца. Но вот не знаю, острый угол 90 градусов делать или срезать его под 45. Водосточку я вот такую тоже купил, как там. Здесь из дома выхожу, иду здесь, вот сюда выхожу. Под навес здесь геотекстиль я постелю. На него песок, щебень, ну а дальше уже плитка будет. Везде плитка будет, и здесь, и здесь. Здесь надо на неделе мне еще сделать опорную стенку. Ну вот, сделал, арматуренный вбил, здесь протяну ее. И подыму все, набью еще и подыму. Потому что здесь засыпется еще вот настолько. Да, не просыпалась. В принципе, все.